Многолетняя история с автомобилями, которых нет, приближается к завершению. В зале Кировского суда наконец прозвучали последние слова подсудимых. Бывшего инспектора ГИБДД и его экс-супруги, руководителя межрайонного отдела судебных приставов. Фигурантов обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие полагает, что полицейский обещал знакомым продать арестованные у должников машины. Речь шла о дорогих иномарках, автомобилях попроще и даже о квартире. Предложения были заманчивыми, а стоимость несуществующая. Благ заметно ниже рыночной. Деньги, как следует из материалов дела, обвиняемый брал вперед, однако обещания не выполнял. На рассказы о выгодной покупке конфискованного имущества купились 13 человек. Сумма ущерба более 20 миллионов рублей. Противовес голословных слов не предоставлено ни одного доказательства вины в организованном преступлении. А не предоставлено почему? По одной простой причине. Потому что я ничего не противозаконного не совершала. Я всегда жила и работала на букве закона. И поэтому я верю и надеюсь в то, что закон, какой бы он ни был справедливый, какой бы он ни был суровый, но приговор должен быть законным. И никогда нельзя осудить человека за то, чего он не совершал, поскольку я не совершала никаких преступлений. Следователи полагают, что девушка была в сговоре с бывшим мужем, но она, как и раньше, вину не признает и рассчитывает на правильный, по ее словам, приговор. Следом за экс-супругой высказался и второй обвиняемый. Его речь вышла лаконичнее и проще. Я поддерживаю свои показания ранее сказанных и слова адвоката своего. Прошу назначить мне более мягкое наказание. Заседание получилось коротким. Судья выслушал фигурантов и удалился для вынесения вердикта. Предугадать исход громкого дела сложно, однако родные подсудимые для себя с итогом определились давно. Моя дочь ни в чем не виновна. Она действительно только жила на букве закона. Поэтому ждем только оправдания. А вот эти оговоры, которые просто сфабриковали против нее дело, просто оно ни с чем не стыкуется ни в ходе следствия, ни в ходе заседания. Впрочем, виновна девушка, ее бывший муж или нет, решать будет суд. Планируется, что приговоры гласят уже 11 января.